хочется залезть в код. Кс-кс-кс. Вася, иди. Иди сюда. Вот это код Василий. Кот хочет ласки, коту грустно. Время от времени, по просьбам подписчиков моего канала, я снимаю какие-то места. Недавно, если быть точным, 2 дня назад, я заехал в район горизонта, если точно, горизонта севера, для того, чтобы для бывшего жителя Камчатки, а нынешнего жителя Москвы, священника Русской Православной Церкви Михаила Неверова, снять этот район. Ну, естественно, поднял там в воздух летучий фотоаппарат, чтобы показать горизонт север с высоты птичьего полета. Да что долго говорить, смотрите, вот, это горизонт север. Thank you.
Сегодня мы посмотрели на микрорайон «Горизонт Север» с высоты птичьего полета. Полюбовались? Замечательно. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится время от времени узнавать от меня что-то новое о Камчатке и глядеть на Камчатку моими глазами. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите под роликом свои комментарии, вон там внизу пишите. Задавайте вопросы, я обязательно и непременно на них отвечу. Можете просить меня что-нибудь снять. Ежели же вы на моем канале впервые, ежели вам стало интересно и вы желаете возвращаться сюда снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые видео на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам советует. Сделали? Кнопочка «Подписаться» из красной стала светло-серой, и в ней появились два слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Замечательно, молодцы. До свидания.